Вы смотрите «Город новостей», продолжим выпуск. На очереди мелочи жизни. Какие опасности подстерегают кунгуряков на улицах города, выясняла Татьяна Андреева. Находимся на улице Ленина. Сюда нас позвали местные жители, которые утверждают, что фонари, которые за моей спиной, горят здесь уже на протяжении недели. В последнее время в нашем городе горящими днем фонарями никого не удивить. Но что интересно, именно здесь, на улице Ленина, горят только два фонаря на всей улице. Поэтому электрикам стоит обратить внимание на эту мелочь и выключить фонари. Находимся на улице Степана Разина, возле 56-го дома, а точнее на проезжей части за домом мы нашли угрозу не только для людей, но и для автомобилей. Как вы видите, здесь открыт люк, который заботливые люди прикрыли трапом. Поначалу мы подумали, что крышку от люка украли, но когда мы пригляделись, обнаружили, что основание под крышку и сама крышка каким-то образом провалились в люк. И поэтому сейчас ответственным людям нужно обратить внимание на эту мелочь и достать крышку и вернуть ее на законное место. Находимся по адресу Свобода, 73. Не так давно здесь сгорел жилой дом. И, как вы видите, его последствия до сих пор об этом напоминают. Вот эти останки от крыши сейчас несут реальную угрозу для проходящих мимо людей. Почти ежедневно в Кунгуре сильные ветра. И вот одна такая доска легко может упасть на человека и в лучшем случае его травмировать. Поэтому хозяину этого здания не мешало бы убрать эти опасные доски, чтобы никому не навредить.